Сегодня 6 ноября, денежный день. Я уже вчера выпустил ритуал как раз на сегодня, 6 ноября. Это привлечение денег, привлечение денежной удачи в вашу жизнь. Кто его еще не видел, переходите на канал и смотрите. А сейчас онлайн ритуал, абсолютно короткий. Это загадываем денежное желание. Давайте я вам сейчас вкратце объясню, какое должно быть желание. Желание должно быть, чтобы, допустим, да, вот у вас что-то не получается в плане финансов, просите огонь, просите стихию огня, чтобы именно это у вас получилось, это у вас исполнилось. Либо же у вас очень большие финансовые трудности, чтобы вы не делали, крутитесь как белка в колесе, у вас ничего не получается, просите именно это. То есть, чтобы у вас пошли дела финансовые, чтобы все трудности же у вас ушли финансовые, и чтобы перестала быть такая ситуация, когда вы крутитесь как белка в колесе. Далее. Просто можете просить стихию огня о финансовом благополучии, о том, чтобы все ваши денежные дела, все ваши там рабочие дела, они у вас получались, и финансовый успех постоянно сопутствовал вам. Лунные сутки сегодняшние, делать этот ритуал вы можете до сегодняшнего глубокого вечера. Завтра его уже делать будет нельзя. Делать можете не только себе, но и своим близким людям. До этого вначале смотрите для себя. Просмотрели, прошло минут 15-20. Открываете заново это видео и уже загадываете денежное желание для своего близкого человека. То есть для другого человека, кому вы хотите помочь этим ритуалом. Когда я говорю имя, называете имя, данное от рождения. Во все другое время вы смотрите просто на огонь. Будут такие моменты, когда вы не будете слышать мою молитву. Не надо писать, что нету звука. Далее, если на вас была финансовая порча, она с вас слетит. И индикатор этому, если вы после ритуала начнете себя плохо чувствовать, буквально там часик, не переживайте. Это наоборот индикатор, значит, на вас именно была финансовая порча, которая вам не давала нормально жить и нормально зарабатывать. Со всеми моими другими ритуалами он полностью сочетается. Напоминаю, работаем чисто на моей энергии, поэтому лайк и подписка на канал – это минимальная ваша благодарность силам за ритуал. Либо же ссылочка на донат, она находится в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Итак, начинаем. Имя. 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 Йо-вам-са-фарат-ки-син-ва-ам-ин-су-фарат-и-о-ла.
Имя. 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 Начните просить огонь. Начните загадывать свое денежное желание. То, как может каждый сам своими словами, но обращение именно к стихии огня. Продолжайте просить. Продолжайте просить. Образно сожгите в этом огне все узлы ваших денежных проблем. Имя. 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 Уже заключительный этап. Сейчас пускай это чуточку прогорит. Все, что смогу вытащить. И будем с вами гасить. Пускай прогорает.
Когда я затушу огонь, скажите аминь. Аминь. Скажите аминь. Ну все, друзья. Если будете делать еще кому-то, пускай пройдет минут 15-20, откройте заново видео и называйте имя уже того человека, кому вы хотите помочь этим ритуалом. Напоминаю, работали чисто на моей энергии. Лайк и подписка на канал. Это минимальная ваша благодарность силам за ритуал. Либо ссылочка на донат, она находится в первом прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Как всегда говорю, все, кто отправляют донаты по ссылке, чтобы от Вселенной в тысячекратном эквиваленте финансовом вернулось вам. Всем удачи, благополучия и обязательно посмотрите мой предыдущий ритуал на сегодняшний же день. Он в плейлисте найдете, если перейдете на канал.